Сарвантхатхара – это поливание масла на тело, королевский душ, когда приблизительно до 5 литров масла вы наливаете на тело. В данном случае сарванда – это сарванга, это плечи. Точно так же вы можете делать на все тело, не только на локально, не только на колени или там, не только на плечи при бурситах, например, не только на живот, но вы можете делать вот такую дхару, поливание на все тело. Таким образом вы можете успокаивать доши, и это самая-самая лучшая процедура перед тем, как делать сильные детоксикации, да, сильные какие-то процедуры типа веречаны или бастикармы. Поэтому мы хорошо-хорошо пропитываем. Я когда провожу эту процедуру своим пациентам, потому что в Америке у меня нету группы с поддержки, да, в Украине у меня есть большая группа терапевтов, кто со мной работает, а в Америке у меня пока никого нету. Поэтому все свои процедуры для своих пациентов я провожу от начала до конца самостоятельно. И когда я делаю это для моих пациентов, здесь я поливаю маслом тело, в среднем у меня уходит до 5 литров масла на это все. И это масло у меня через 30-40 минут поливания, я его у себя во рту ощущаю. Оно настолько глубоко проходит в тело пациента, что во время работы я даже ощущаю внутри, через свою кожу, руки, потому что у меня руки по локоть тогда в масле, когда я работаю, да, с этой процедурой. А у меня масло во рту. Ну, понятное дело, что у меня тогда все сразу же пропитывается маслом, и даже волосы. Мне надо все мыть после этого, потому что все становится масляным просто. Эта процедура за счет того, что масло теплое, оно очень сильно проникает. Плюс медикаментозное масло я использую, да, то есть это будет подоша, питтовата или кафа. И вот это медикаментозное масло, оно настолько сильно действует, что, во-первых, человек, который получает эту процедуру, он разъезжается, сразу же чувствует, что он превратился в желе, и даже перед тем, как они приезжают на эту процедуру, да, это те, кто проходит панчакарму, только ее делают, я их предупреждаю, что в этот день ты не берешь машину, ты едешь Uber, да, то есть они вызывают Uber, я их прошу не вести за рулем свою машину, потому что говорю, ты просто не сможешь ехать обратно. Ты будешь останавливаться на красный свет и стоять на светофоре, забывая ехать. И люди будут нервничать вокруг. Поэтому лучше возьми Uber и себе тихонечко вернись домой. И спи после этого. Потому что она до такой степени расслабляет и превращает человека в желе, что он просто не может ни машину вести, ни концентрироваться ни на чем, ни читать, ни писать, ничего. Все. Вы получили эту процедуру, вы пропитались этим маслом, оно настолько затормозило вату, что просто вы превратились сразу же в такую расплывшуюся желейку, и вам просто нужно отдыхать, медитировать. После этого идеальная медитация, потому что сознание само останавливается. Даже не надо думать о чем-то, даже не надо дыхание концентрироваться. Оно просто само выключается. Поэтому эта процедура, она шикарна, она относится также к расаянам, ее можно проводить после того, когда человек получил уже веречаны или там басти, ее можно проводить несколько раз для того, чтобы получить омоложение и получить расаяну. Ну, для этого, конечно, вы должны приготовить расаяна масла, да, и делать это с помощью расаяна масел. Это шикарная процедура. Королевский душ называют ее по-другому.